Еще раз здравствуйте, извиняюсь, были кое-какие проблемы. Так, и приветствую вас еще раз на нашей встрече. Встреча посвящена работе в компании Genesis. К сожалению, ресурсы комнаты ограничены. Пока что можно 20 человек. 20 человек могут присутствовать. И поэтому будут такие небольшие встречи, пока мы не разбогатеем, да, и не приобретем на более количество такое партнеров. Конечно же, будет команда расти, и больше партнеров будут приходить за информацией, за обучением. Итак, я хотел бы вас попросить подготовить вопросы, что касается компании Genesis, да, работы в компании, а особенно по маркетингу, если есть такие вопросы. По технической части, что сейчас происходит, я вам объясню буквально пару слов, чтобы особо не занимать времени. Итак, сейчас ведутся работы на сайте, добавляются функции, без которых, к сожалению, невозможно будет обменивать монетки, заработанные на деньги. Также само дополнительные продукты, все настраивается. И, конечно же, есть проблема еще с сервером. К сожалению, он немножко не выдержал. Поэтому все сейчас делается для того, чтобы исправить и добавить все, что не было добавлено, да? Поэтому нам придется подождать. Ничего страшного не происходит, ничего плохого не происходит. Есть просто технический момент, который нужно будет просто подождать, да? Переждать его, все будет хорошо. Обращаю ваше внимание, кто не знает, вот задают сегодня такие вопросы. Вот старт, сегодня же старт, а у нас тут вот так вот сайт не работает. Хотел бы немножко напомнить, или даже, как бы, может быть, кому первый раз скажу, что вообще компания сейчас находится в прелаунче. То есть эта информация есть и была еще с самого начала, когда вообще появилась компания. Значит, прямо на сайте genesisglobal.bz можно зайти и внизу прочитать информацию, как будет развиваться компания. То есть, там есть четкий план действий. И поэтому этот год, 2014, он, компания вот как бы, да, начинает, создается, да, то есть добавляются различные там инструменты, продукты, услуги, допустим, присматривается маркетинг, пересматривается в случае чего, что мы сейчас вот с вами наблюдали. И вот компания уже определилась с платформой такой, да, вот именно маркетинговой. И вот теперь, конечно же, добавляются дополнительные функции, все, что работало для нас без проблем. Ну, могу вам сказать, что, в принципе, все там, конечно же, замечательно работает. Деньги, кстати, выводятся, и это факт подтвержденный. В принципе, я вчера тоже получил очередную выплату, вчера было первое число. Поэтому всех, кто, кого, ну, как бы смущает, да, такой момент, вот задают вопросы, там, а компания платить будет? Компания уже платит, если так вот выражаться, то она платит. И, в принципе, есть тому доказательства. Не просто слова, если надо, я могу даже предоставить скрин или даже показать, открыть экран, кто не верит, допустим, свой Solid Raspay, показать, что деньги приходят. Так что, если есть, как говорится, те, кто сомневается, можете поставить пятерочку, я обязательно вам покажу. Если, ну, если не сомневаетесь, то значит не покажу. Поэтому вот такой вот момент. Спасибо, Роман. Ну, то есть, не вопрос. Если кому надо, я могу даже в личку показать. Смотрите сами. То есть, могу и сейчас показать. Ничего страшного нет. Все, деньги приходят. Это факт. Деньги будут приходить каждого 1 числа и 15. Так что, могу даже сказать, что идут настройки, да, и краем глазом уже так попал я на сайт и увидел, что есть там обмен уже монеток на деньги. В принципе, там автоматом показывают, сколько вам доступно для того, чтобы обменять. Поэтому процесс идет, и все будет хорошо. Единственное, что я вам сейчас, вот эта встреча, я хотел просто вас зарядить немножко энергией и, как говорится, смотивировать, да, кто еще не смотивирован, или там, может быть, больше смотивировать на действия. Почему? Все очень просто. Начну с самого простого, это просто с маркетинга компании. Вот кто разбирается в маркетингах вообще, да, то есть кто работал в нескольких там разных компаниях, собирает опыт, накапливает опыт и имеет такую возможность сравнивать и анализировать, тот, наверное, со мной согласится, что данный маркетинг уникальный. Он просто уникальный. Есть вопросы, связанные, что кто-то кого-то копирует где-то. Честно говоря, не видел ни одного, ничего
такого, да, вот, чтобы скопировали где-то, чего-то взяли. Нет, здесь уникальный маркетинг, и благодаря своей уникальности, то есть уже есть смысл, да, как бы в нем поучаствовать, то есть пробовать свои силы в нем, посмотреть, чего можно добиться. Другой фактор, который очень-очень интересный, который просто, ну, не может пройти мимо нас с вами, это то, что участие доступно, ну, будем так говорить, практически абсолютно всем. То есть вот сделана ставка на абсолютно каждого человека, да, минимальный вход. То есть, в принципе, условия, которые нужно выполнить, они, ну, то есть осуществимы, да, то есть их реально можно выполнить. То есть не какие-то там замудренные условия, какие-то задания непонятные. Все это нормально, все это обосновано, все имеет логический смысл. Поэтому очень важно в том, что даже если у кого-то возникнут какие-то проблемы, мы всегда поможем, подскажем, есть инструкции, то есть все для этого делается. То есть это тоже очень хороший фактор для того, чтобы просто поучаствовать или даже, может, впервые начать что-то зарабатывать. Второй фактор очень интересный, это то, что от выполнения одних и тех же заданий, будем так говорить, да, выполняем одни и те же условия, а получаем все время больше. Где вы такое видели, вот где вы видели, вот так, где-нибудь вообще, что, допустим, вы что-то делаете одно и то же, а вам платят больше. Такого никогда не бывало, да, то есть это, ну, я не говорю сейчас там про какие-то хайпы, там, матрицы, там, еще, ну, в принципе, у матрицы там, то понятно, но они там недолгожители, да. Я говорю немножко за другое, потому что все задания, которые здесь предоставлены, они имеют логический смысл и привязаны к товарам и услугам. Это очень важно. Поэтому даже партнер, который не умеет приглашать, вот он пришел, новичок даже, да, то есть вообще не имеет никаких навыков, ничего не имеет, ему достаточно иметь только $22 и, конечно же, желательно хорошего спонсора или хорошую дружную команду, да, где он попадет и, конечно же, ему помогут, обучат, ну и все равно, без приглашения он начнет зарабатывать довольно-таки уже интересные деньги. О деньгах мы немножко потом поговорим. Сегодня мы мотивируемся немножко другим действием к работе. И поэтому я хотел следующим фактором назвать именно наш командный бонус. Неспроста я это говорю, потому что это фишка нашей команды будет. Поэтому это имеет очень особое такое, ну, будем говорить, такой особый фактор, который повлияет еще дополнительно, потому что вот у нас есть два инструмента, лично наши, лично наши командные. Я думаю, что дальше они будут развиваться, и их будет больше, мы будем их добавлять. Значит, что это за инструменты, кто еще не знает? Значит, первый инструмент — это готовый шаблон блога, сделанный на блогере. То есть там есть вся необходимая информация для того, чтобы смотивировать потенциального партнера и, будем так говорить, да, в кавычках, заставить его либо к вам обратиться за дополнительной информацией, либо изучить самостоятельно на этом блоге информацию и зарегистрироваться. Я думаю, это очень хороший инструмент. Его можно дублицировать. Насчет этого инструмента есть видеообзор, видеоинструкция пошагово, как это сделать, есть исходные файлы. Но этот инструмент передается только по спонсорской ветке. Что это значит? То есть это значит, что чтобы его получить, вам нужно обратиться к своему спонсору. Все очень просто, ничего заумудренного нет. Это даст возможность очень быстро развивать команду. И мы не будем, как бы, ну, заострять внимание, да, вот допустим, что один человек будет всем раздавать, там что-то объяснять. Нет. Все этот инструмент, да и все инструменты будут раздаваться только по спонсорской ветке. То есть пример такой. Вот, допустим, ну, к примеру, да, допустим, я раздаю своей первой линией, а моя первая линия раздает его своей первой линией и так дальше. То есть вот такой вот порядок передачи данных. Обязательно нужно это так делать. Почему? А просто хочется, чтобы все были в пределе, все были активны, ну и как бы обучались, да, то есть находили время, ну, чтобы живая команда была. Чтобы не работал там из команды, там, команда, которая состоит, ну, допустим, будет состоять из 1000 человек или 10 тысяч, а там будет работать всего там 5 человек. Понимаете, это, ну, бессмысленно, да, это тяжело очень. Поэтому, наверное, придется всем становиться лидерами, спикерами, может быть, даже. И поэтому будем развиваться, будем учиться и параллельно зарабатывать деньги. Второй инструмент, он намного интереснее, я думаю, но есть условия определенные. Значит, это
бонусы, дополнительные бонусы. Их у нас пока что два бонуса. Первый бонус — это в список входит 10 обучающих курсов. Могу отметить, что курсы все платные, то есть, конечно же, вы можете там приблизительно похожую информацию где-то что-то как-то найти в интернете бесплатно, конечно же, долго поищите, да, но так, чтобы вот централизованно взять сразу, получить там гектары информации, сразу предупреждаю, там не 5 минут, не 10 минут, там только один курс, почти 3,5 гектара, и там очень много информации, значит, и поделены эти бонусы немножко, будем так говорить, ну, по активности партнеров, что ли, по знаниям, потому что нельзя сразу дать человеку то, на что, к чему он не готов, да, правильно вот так вот выражаться. То есть хотелось бы, чтобы люди, ну, партнеры бы еще научились чему-то. Поэтому бонус номер один, там будет, уже есть 3 курса психологии. Психология — это нужно изучать, нужно периодически просматривать, надо правильно понимать, где мы находимся, что мы делаем, вообще для чего мы делаем, да, и вообще нужно ли нам это делать. Психология всегда нужна была, поэтому нужно будет изучать 3 курса, очень интересных. Сам посмотрел немного, аж, как говорят, завис на одном ролике, очень серьезно. Поэтому, я думаю, это будет очень полезно. Потом есть курсы по социальным сетям, технические моменты, как создать, как что загрузить, где что находится, какие там, ну, то есть все по социальным сетям, Facebook, Twitter, ВКонтакте, Одноклассники, даже про YouTube есть канал, как раскручивать, как что делать. То есть это все для того, чтобы вы не просто как бы, да, вот, были в интернете, а для того, чтобы вы научились чему-то и стали лидерами своих сетей и передавали, да, ну, эти знания дальше. То есть цель такая, да, вот, чтобы партнеры не просто работали, зарабатывали деньги, но чему-то и научились. Даже если у вас нет времени, нет желания, ничего страшного, получив этот бонус, вы можете мотивировать его, да, использовать как инструмент потенциальных своих партнеров. Так вот, оцениваемая стоимость вот этого первого бонуса, ну, около, допустим, возьмем $1000, вот так вот. То есть, о чем это говорит? Это говорит о том, что для того, чтобы получить этот первый бонус, вам надо будет всего лишь зарегистрироваться в компании и зайти на минимум $22. То есть, все партнеры, кто зашел на $22, то есть $12 статус минимальный и $10 обязательно закупка товара, или же партнер, к примеру, зашел на рубин, да, то есть вот эти два статуса, вот так вот, рубин у нас $40 и тоже $10 обязательно закупка товара, то есть вы имеете возможность, имеете даже, так будем так выражаться, право, да, получить этот бонус от своего спонсора. То есть вот только я вот уточняю, от своего спонсора. Почему так? Потому что так должно быть, так должно все работать. Должна быть дубликация, или иначе мы не заработаем $1 000 000. Я думаю, мы хотим $1 000 000 заработать? Конечно же, хотим. Можете даже не отвечать на это. Все хотят $1 000 000 любой валютой, да, любыми деньгами. Самое главное, чтобы был миллион. Значит, и вот цель такая, чтобы у нас была дубликация. Есть вот эта такая цель номер один, чтобы все-таки у нас получилось продублицировать друг друга. И я думаю, мы этого добьемся очень быстро. Поэтому цель компании будет, не компания, извиняюсь, цель нашей команды будет не просто зарабатывать деньги, но еще и обучиться зарабатывать деньги, научиться зарабатывать больше, вернее. И мы будем делать ставку на это, мы будем давать все больше инструментов, все больше информации, ну, кому, кто захочет, да. И, кстати, могу сказать, еще раз напомню, что вам не обязательно это учить, изучать, это по желанию, но вы его получите, то есть у вас должно быть желание его получить, взять. Как это будет выглядеть, значит, вы обращаетесь к своему спонсору, он вам дает координаты, ссылочку, где это можно скачать. Вы его скачиваете, тоже это процесс обучения скачать и просмотреть это все, да, по желанию. Но вы можете его не скачивать, вы можете его не смотреть, вы можете взять эту ссылку, добавить себе в закладки и то же самое, так же самое объяснять, как вот я сейчас объясняю своим потенциальным партнерам, что они приходят в бизнес. Хороший бизнес, интересный бизнес, очень, я бы даже сказал, очень интересный бизнес, очень с интересными такими большими амбициями, я смотрю, там очень много чего будет еще интересного впереди. И еще вдобавок, то есть минимальные затраты составят всего $22 в месяц, но они еще получают знания минимум на $1000. Я думаю, хорошая мотивация, да,
и хорошая гарантия того, что ваше время и ваши 22 доллара не зря будут затрачены. И в принципе, я думаю, что это, ну, сильный такой бонус, особенно там для новичков, или да и вообще, в принципе, моральный даже такой, да, психологический бонус. Потому что я знаю, что большинство приходят и говорят: а если я там ничего не заработаю, а если я там, ну, потеряю время зря? Так вот, вы не потеряете время зря, и вы ничего не потеряете, поверьте. Вы только приобретете, и поверьте, будет все хорошо. И второй бонус, он более для продвинутых, поэтому он дается только в том случае, если вы повышаете статус на сапфир, это 70 долларов, и изумруд, это 120 долларов. Там более продвинутые курсы, там идут тренинги, там есть и 6-часовой тренинг по выводу сайтов, топы, всякие там написание копирайтер, рерайтер, то есть как правильно писать тексты, как там все сделать так, чтобы ваш сайт там и тексты работали, привлекали клиентов на автомате. То есть много чего интересного. Есть еще работа с программой Sony Vegas, может, кто-то слышал. Я думаю, слышали, некоторые даже задавали мне вопросы, когда я делал некоторые такие ролики. Я думаю, будет интересно научиться делать эти ролики, и к этому бонусу будет дополнительно от меня бонус. Я собрал уже там тоже гектары информации, всякие там 3D-эффекты. Это все инструмент, который, обладая этими инструментами, вы будете на шаг впереди других партнеров. Всегда. Всегда, потому что вы всегда сможете научиться, вы всегда сможете сделать больше, красивее, интереснее, что даст вам преимущество, да? Преимущество перед другими. Поэтому на вас будут больше обращать внимание, вас будут считать, ну, таким технически подготовленным, очень серьезным человеком. И, вот, допустим, я хотел бы, чтобы вы все такими были и обладали вот этими инструментами и знаниями. Это очень важно. А деньги, ну, обладая такими знаниями, деньги — это уже будет 100% у вас. То есть деньги — это само собой. Поэтому вот делаем ставку на обучение. Вот такое вот интересное, да, вот такое вот. Я думаю, что это, конечно, интересно. Вот могу даже, кстати, если хотите, поставьте плюс, если это интересно, и минус, если не интересно. Ну, думаю, минусов навряд ли не должно быть. Потому что в практике, честно говоря, особо, ну, я не знаю, я когда работал, такого мне никто не предлагал, ни в одной сетевой компании. Честно вам признаюсь, я их нескольких переработал, никогда такого не давали. Поэтому я думаю, что это очень интересно. И представляете, у вас, да, есть такие возможности, и вы теперь спокойно выходите в интернет, в пространство, да, и говорите: ну вот, сейчас я начну работать, сейчас я начну приглашать. Это будет очень интересно. Я думаю, что, вот я вам скажу честно, я еще пока особо никого не приглашаю в бизнес, вот, поэтому как только я доделаю инструменты, все вот эти инструкции, все запустится, все хорошо будет, помогу, конечно же, своей первой линии, и, конечно же, там другим, да, кто будет обращаться, это бесспорно. То есть все это будет помогаться, все это будет делать. Потом уже, конечно, приступлю к активной тоже фазе. Хочу тоже приглашать, это понятно. Но вас, вы будете приглашать быстрее, потому что для вас это уже все готово, вы можете брать, использовать. И тоже сделана ставка на это. Сделана ставка на то, что помочь партнерам, как бы облегчить им, да, вот немножко работу, чтобы у них были инструменты к работе. Ну вот, это что касается вот наших командных бонусов. И, значит, так как я говорил, они будут пополняться со временем. И будут и программы различные, интересные, дополнительные курсы. А то, что мы будем проводить обучение независимо от этих курсов, это 100%. Это будет немножко позже. Потому что цель номер один – это начать строить бизнес компании Genesis. То есть, хочется вам, не хочется, ну, придется все-таки переосилить себя и начать просто строить сеть. Я хотел бы следующим, да, вот, фактором назвать то, что надо постараться, надо найти силы в себе и начать просто приглашать людей. Почему? Потому что здесь очень большой потенциал к заработку, очень большой. Очень интересный маркетинг. То есть, если ты правильно изучить, ну, просто даже не то, что правильно, ну, хотя бы изучить маркетинг более-менее, а мы будем делать ставку на изучение маркетинга, я считаю, что это тоже очень важно. Без маркетинга, вернее, без знания маркетинга вам будет тяжело.
тяжело общаться с людьми, тяжело объяснять эти все тонкости, мелочи, которые в итоге все-таки, знаете, когда человек знает, да, то есть ему задают вопрос, он отвечает спокойно, ему еще задают, он еще отвечает. Да, вот смотрят, говорят, да, действительно, надо идти в эту команду. Здесь очень все хорошо подготовлено, все прекрасно, все знают. Да, Наталья, сейчас мы об этом поговорим, о вот этих тонкостях всех. Поэтому приглашать, как вы будете приглашать, методов, миллион методов, и мы будем о них рассказывать и показывать, кому будет интересно. Но маркетинг – это первый метод, то есть вы его должны знать, просто знать. Да как стихотворение выучить, грубо говоря. Ну, хотя не то, что там стихотворение, надо его понимать. Вам будет очень просто приглашать, и вам будет просто общаться с людьми. И поверьте, даже потом люди будут сами к вам приходить и говорить, ну, там попросят вас, ну, расскажите, вот там мы вот с людьми пришли, расскажите нам. Потому что это двигатель нашего заработка с вами. Значит, делаем ставку на сеть. Какие нюансы, вот, что можно использовать? Ну, так как я и говорил, это первое, то, что маркетинг, да, маркетинг, и первая его часть, даже самая простейшая, о которой мы говорили и будем говорить, это то, что партнеры могут работать в компании, никого не приглашая, да, зарегистрировались, выполняют условия компании, задания компании, минимум вход $22, все это выполняют и зарабатывают с каждой, будем так выражаться уже точно, каждые 2 недели все больше и больше. Можно сказать с каждым месяцем, можно сказать каждые 2 недели, больше и больше. То есть это вообще нонсенс, и только на это уже я не знаю. То есть у человека всегда должен быть интерес. Он скажет, ну как это может быть, как же это так, что я делаю одно и то же, а мне все больше и больше все время путают. Это номер один. Но наша задача дубликация, да, и построение сети. Почему? Потому что я скажу, что вот на монетах есть ограничения. Вот кто не знает, значит, максимально вообще, что можно на монетах выводить, то есть зарабатывать их можно неограниченное количество, хоть миллион, хоть миллиард монет. Но максимум, на максимальном статусе, все, что можно будет с монет это выводить, это $20 000. Ну, это довольно-таки очень большая сумма денег, и я думаю, что если все будет хорошо, ну, большая часть точно партнеров на нее выйдет. Это что касается монет только, не путайте, все остальное это только для монет. Потому что на первом статусе, да, вот $12 максимум, что можно. Вот, даже если вы там уже миллион заработали монет, но больше $1000 вы в месяц не выведете с этих монет. Поэтому вам придется, если это у вас уже больше заработок, вам придется повышать статус. В этом есть логика, в этом есть интерес. И даже $1000 в месяц это просто супер заработок, поверьте. Я не знаю, супер, это вообще отлично. $1000 это хорошая зарплата ежемесячно. Но она недостаточна для того, чтобы, допустим, что-то сделать такое, да, рывок какой-то дальше. Поэтому сразу хочу, чтобы вы нацеливались не на $1000, а как минимум на 20. Поэтому делаем ставку. То есть, понимаете, когда мы делаем цель какую-то, ставим перед собой, да, мы начинаем к ней идти. Если мы сейчас делаем такую цель, ну типа цель есть, ну не особо такую, да. Значит, тогда мы будем так же самое работать. Нехотя так это. А когда мы ставим себе цель, что да, все, вот, все располагает к тому, что 20 тысяч мы будем зарабатывать, ну просто потом посмотрим, как быстро мы это сделаем. Ну, есть цель. Значит, мы будем все делать для того, чтобы выйти на эту цель. Это немножко психология. Идем дальше. Значит, еще одна классная такая фишка, что здесь мы будем использовать, это как же больше денег заработать, да? У нас есть сеть. Сеть нам тоже дает возможность зарабатывать больше. Поэтому мы рассматриваем вариант дополнительного заработка с бинара, да, бинарной матрицы 2 на 20. Это очень громадное количество людей, но если при четких руководствах, при четкой цели, которая у нас будет, знаниях, ну, мы можем выполнить этот план по построению этой сети. Если будем правильно дублицировать друг друга, да, то есть будем этот процесс запустим. И поверьте, там заработок может составить уже на минимальном статусе, то есть максимум там тоже есть ограничения. По-моему, ну не ограничения, просто возможность, да, вот что можно максимум заработать на минимальном статусе. Это $1 000 000. Понимаете, если есть уже $1 000 000, я не знаю, дальше, по-моему, можно не рассказывать, да, как бы больше миллиона. Ну, все равно, если мы будем ставить цели,
даже миллион, даже 4, ну, хотя бы где-то на, там, да, на полпути мы к нему приблизимся. Это очень важно. Поэтому мы делаем ставку на бинар. Там будут очень хорошие деньги дополнительные. И это никак не относится к монетам, поэтому выводить можно будет и миллион, если все-таки он там появится у нас. Там уже будем решать, да, как лучше его вывести. Поэтому, но есть. Как мы будем идти к этому? Что мы будем использовать? Мы будем использовать эти инструменты мотивационные, да, вот эти бонусы. И мы будем использовать еще как минимум дубликацию 2 на 3. 2 или на 3, вот так выражаться. А что это за дубликация? У нас есть очень отличное такое правило в компании. Хотя, да, звучит правило, это значит какое-то, ну, наоборот, ограничение. Да? В нашем случае это правило, оно наоборот, ну, будем так говорить, инструмент к заработку, к большему. Так вот, правило, касающееся регистрации партнеров в компании. А если более конкретнее, то вопрос стоит так. Сколько можно иметь партнеров, да, вот регистрировать с одного компьютера, как вот обычно задают. Так вот, здесь очень все просто. Значит, компания, конечно же, разрешает регистрироваться один компьютер, один IP-адрес, один человек, да, на одно имя. Но, если вы семейный человек, да, то есть живете с семьей, у вас есть члены семьи, проживающие по одному адресу там, в квартире, это могут быть кто? Муж, жена, там, родители, сестра, брат, да, то есть, ну, кто там у вас прописан с вами, вот, проживаете, но опять же, с 18 лет, не забываем, что не всем подряд, а именно с 18 лет, есть возможность регистрироваться с одного компьютера, с одного IP-адреса и работать так же само, с одного IP, с одного компьютера, но только под спонсора надо регистрировать. Так что это нам дает? Давайте вот просто, чтобы вы понимали, что, во-первых, ничего здесь такого нет, это просто требование компании, даже не требование, это условие компании, вот так это правильно. То есть, если вы не семейный человек, значит, наверное, надо семью заводить, да? Ну, это так, в шутку. Просто, конечно же, семья, это значит, семейный бюджет увеличится в 2 или 3 раза. Прекрасно. Да при таких условиях, я думаю, это бомба вообще такая, что... При том, что заработок постоянно увеличится, представляете, 2 члена или 3 члена семьи, да, и вот каждый, ну вот вы работаете с одного устройства, все нормально, выполняете условия, только единственное под спонсора, конечно, зарегистрировались. Вы ничего не теряете, вы только приобретаете. Если, конечно же, не подходите под этим условием, к сожалению, запрещено там придумывать, выдумывать что-то, потому что создана специальная группа, допустим, которая следит за вот этими вот выполнениями условий в компании, то есть она перепроверяет все это, по базе данных смотрят. Лариса, ну если это взрослые дети, им есть 18 лет, без проблем. Поэтому будьте внимательны, я не хочу просто, чтобы вы там, ну как бы там, попали в не очень хорошую потом ситуацию, скажете, что вот я не слышал, там, не помню, не знаю. Эту информацию вы должны просто передавать своим партнерам. То есть должна быть дубликация во всем, вплоть даже, ну, в информации обязательно, потому что без нее никак не получится начать зарабатывать. Этот важный момент, но что это нам дает на практике? На практике. Так вот, есть такое еще очень интересное условие в компании. Так вот, если вы имеете 5 лично приглашенных, значит, на любом статусе, ну, имеется в виду на платном, да, на любом. То есть топаз, бесплатный статус не в счет. То есть мы его не считаем. Мы берем жемчуг, $12 минимум. Так вот, если у вас есть 5 лично приглашенных на этом статусе, вы квалифицированы полностью на всю бинарную матрицу, на всю глубину, по 20-ю линию. И вот, когда она там будет заполняться, кем она там будет заполняться, вы будете иметь дополнительный заработок с этого. Так вот, как же это все связано? А очень все просто. Вот вы приглашаете партнера одного. Тяжело вам приглашать, да, допустим, ну нет там, не знаю, нет технических знаний, может быть, еще там, или просто боитесь, всякое бывает. Пригласили одного человека и говорите ему, вот такие условия, он говорит, да, я согласен, я регистрирую, все, регистрируется. Вы ему говорите, а есть еще дополнительно можно, он как? Ну, я, говорит, не хочу приглашать. А вы говорите, а вот семью, есть члены семьи, подключай. Вот под таким условием. Отлично, вот он подключает еще два человека. Эти два человека опять же идут к вам, да, и у вас сразу вместо одного 3 становится. Хорошо? Прекрасно. Еще одного находите, то же самое, да, пусть он даже там
не двух, а трех еще, или одного еще, да, зарегистрируют. Все, у вас 5 человек. Все, вы квалифицированы на весь бинар, на всю глубину, да, по 20 линий. Вот что это дает. Это дает вам то, что вы уже как бы, ну, не в шоколаде особо, да, но имеете уже такое спокойное у вас будет настроение, вы все понимаете, что у вас дополнительный заработок уже будет. И даже если вы там не будете работать, кто-то будет работать, там какой-то где-то переливчик, может быть, что-то где-то как-то, но все равно вы что-то будете дополнительно зарабатывать. Но цель наша не это. Наша цель просто доносить это до партнеров. И даже если это они будут просто так делать, да, каждый вот скажет, ну а что, я не могу двух человек там найти, да, найду без проблем. Тем более на такие условия, я не думаю, что это сложно сделать. А с нашими бонусами это просто закрытыми глазами можно сделать. Так вот, представляете, какая пойдет дубликация. А когда пойдет дубликация, когда это все закрутится, завертится, если все правильно будем делать, вот как я объясняю, что каждый должен проявить инициативу, не просто там, ну, во всяком случае, хотя бы информационно своих партнеров вы должны оповещать, да, то есть как бы дать им всю необходимую информацию. Ну или хотя бы добавить в чат их, это очень важно. Там, если даже у вас нет времени, какая-то ситуация, всегда найдутся у нас в команде люди, которые помогут, подскажут вашим партнерам, вы не переживайте. Поэтому, но цель такая, что просто надо завертеть это колесо, колесо дубликации, и тогда просто все будет расти как на дрожжах. И партнеры, и сеть, и деньги. Поэтому вот такая цель, да, вот как бы объяснить все вот эти нюансы. Вот я не хочу, чтобы вы заморачивались с этими вот условиями работы, что вот нам там сколько сайтов смотреть, вот нам там загрузить два сайта, там еще что-то. Это все мелочи, это вы будете делать однозначно. Я вот хочу, чтобы вы понимали, чтобы вы не обращали на это внимания. Это вообще, это вы будете делать однозначно. Это все равно, что вы с утра встали и чашку кофе выпили. Да, даже в принципе не заметили этого. Вот так же самое это вы будете делать. Цель другая. Цель сделать больше, чем вы делали раньше. Вот эта цель. Поэтому нужно будет обязательно постараться, и мы вам будем помогать в этом, конечно же. И все эти встречи будут направлены именно на вот такую, да, вот, будем так говорить, мотивацию командную. Чтобы все были всегда в хорошем настроении. Дай бог, чтобы компания, все у нее получилось. И могу сказать, что там много всего еще интересного будет добавляться. Насколько я понимаю, даже планируется выпуск кофе компании, то будем скоро пить еще и кофе Genesis, поэтому это будет супер, может быть, когда-нибудь еще что-то будет. Поэтому все очень хорошо, единственное, что, конечно, мне очень весело, да, что вот такой старт был, но тоже можно понять все эти технические моменты, просто без них, без этих функций реально мы не сможем с вами, ну, полноценно пользоваться бэк-офисом. Поэтому придется подождать, ничего страшного, сегодня-завтра все это заработает. Все успеют, не надо говорить, что я опоздал, что это поздно, что я там нет. Никогда не поздно, когда вы приходите и хотите работать, да, у вас есть желание работать, трудиться, никогда не поздно. И вы всегда должны быть нацелены, что вы пришли, и вот вы сейчас будете строить команду. Все, у вас цель есть, у вас есть все для этого инструменты, у вас есть хороший маркетинг. Все, у вас глаза загорелись, и вы начинаете работать. Вот. И прошу вас, никогда не будьте вот такими вот, как, знаете, некоторые так, ну, я посмотрю, я подожду, там что-то там когда-то, там, может быть, полгодика присмотрюсь. Пока будете смотреть, есть хороший ролик такой на эту тему, да, про цветочки, ягодки, там про всякие там, не буду вспоминать о чем там, но там очень четко смысл, что пока кто-то ждет со стороны, смотрит, да, и в надежде еще, ну, сейчас они попробуют, сейчас они тут это, а потом мы зайдем на все готовое. Нет, вот кто первый всегда, вот я вам скажу, кто не ждет, кто заходит, кто действует, вот тот и всегда в хороших плюсах, да, как говорится. Потому что человек целенаправленного, ну, опять же, не надо это все делать, ну, без, ну, как бы, если вы ничего не знаете, и вот вы уверены там, что вам это не надо, вы сошли и сейчас думаете, тут миллион заработаете, нет. Без знаний никуда бежать вперед паровоза не надо. То есть надо понимать, куда вы идете, и все это делать осознанно. Поэтому вот такая вот информация у меня сегодня к вам. И давайте сейчас по вопросам пройдемся.
Надеюсь, что вам понравилось то, что я вам рассказывал. Так, сейчас я посмотрю, может что-то вверху тут написали. Так, Наталья пишет, у нас в команде заведено под своей фамилией заходить, а не с набором букв, спонсором, как для нас купки нужно. Наталья, просто тут есть партнеры, вот Игорь И41, у него просто там проблема с клавиатурой, он меня предупредил, так что все нормально. Да, мы скоро сделаем такие правила, будет очень правильно заходить именно, ну хотя бы имя, да, и фамилию, ну или имя, фамилию, ну фамилию лучше спонсора это. А почему, я потом расскажу это немножко на следующей встрече, чтобы не тратить время, потому что поздно вечер, всем нужно отдыхать еще, кому работать. Так, идем дальше. А, да, Лариса, вот по вашему это, ну, немножко разные вещи. Я вам просто говорил о том, что компания выплачивает, но не говорил о том, что вот вы заводили деньги, и нет до сих пор на кошельке. Вы заводили, наверное, с карточки, да? И вот если вы смотрели инструкцию внимательно, вот там делался акцент на то, что это делается в ручном режиме. А с учетом, что идут работы, и сами понимаете, немножко это тяжелее сделать, а может быть очередь, а может быть, понимаете, база данных, вот она может не срабатывать. Да, была информация, что лучше написать параллельно в саппорт, предупредить их, да, что вы оплачивали. Ну ничего, все будет, и даже если что-то пойдет не так, мы разберемся, не переживайте. Так, вот Феликс пишет. Лариса, верьте, иначе толку не будет, компания себя уже закомендовала 7 месяцев работы. Да, действительно, вот я с Феликсом соглашусь, потому что мы с самого начала в этой компании, и поверьте, 7 месяцев мы уже, мы бы зря бы тут тоже не сидели бы, потому что, ну какой смысл зря сидеть, смысла нет в этом, да, то есть люди всегда приходят, что-то делают ради чего-то, они видят цели, просто так, ну, я не вижу смысла просто так что-то там рассказывать, делать. И там просто в что-то верить. Нет. Мы только работаем, мы больше практикуем, да, то есть у нас есть теория, практика, то есть вот так мы работаем. Так, Роман, если бы не знал команду до Аргента, не поверил бы в такой маркетинг. Спасибо, Роман. Да, я вот, Роман правильно сказал, есть такой тонкий смысл, что мы друг друга узнаем, да, знакомимся, вот общаемся в процессе там разных компаний, проектов, да, и вообще просто знакомство в интернете. Или там кто-то кому-то где-то помог там чем-то. Так вот, ну как бы так, формируется, да, мнение людей, мнение о команде. И поэтому, конечно же, это тоже правильно. Потому что если так идти с бухты-барахты, где-то что-то как-то, то я, честно говоря, вот тоже. Если бы я не познакомился с Феликсом, да, вот Феликс мой спонсор, поэтому мы тоже придерживаемся, мы постоянно общаемся, мы постоянно в информационном поле. И поэтому это очень хорошо так. Я, кстати, вот рекомендую вам перенимать этот опыт. Это очень пригодится вам. У вас должно быть вот, то есть, ну, отношения, как бизнес-отношения, спонсор, да, спонсор-партнер. Потому что, а может быть, даже несколько партнеров со спонсором. Это образуется такое вот командное соединение, которое может. Если вот один знает что-то, да, определенно технически хорошо, другой знает что-то теоретически, другой там может это все приукрасить красивыми какими-нибудь там слайдами или там информацией, то в комплексе это может быть очень мощная команда, которая может просто добиться хорошего результата. Я не говорю там конкретно сейчас там о компании в целом, мы говорим сейчас о командной работе, потому что это очень важно. Никогда мы не говорили о командной работе в конкретности, да, вот какой-то конкретном поле. А вот сейчас мы будем именно работать так, потому что хотелось бы видеть результат всей команды, да, то есть не какого-то отдельного лидера там или какого-то там партнера, а хотелось бы всех видеть, чтобы все там, кто отстает, того подтянуть, да, немножко, чтобы он там, чтобы все заработали денег, и не просто там доллар или 100, а больше. Ну что, и вот такая вот есть цель у нас. Так, Наталья. А я уже во все кручу блог, который Володя сделал. Спасибо ему. А материал курс вообще шикарный. Изучив этот материал, рост нашей команды пойдет намного быстрее. Вот, да, Наталья, спасибо. Да, действительно, то есть
Понимаете, вот даже тут и лукавить не надо. Вот я в интернете вообще самоучка. То есть вот как бы не ходил ни на какие чьи-то там курсы, обучение, да, вот, но информацию я всегда искал в самом интернете. Это очень тяжело. Это очень много времени и практика. То есть я не видел, то есть мне не попадались, мне никто никогда не давал таких вот роликов, где там было бы написано, вот Владимир, зайди сюда, нажми вот это, и ну, будет вот так вот. Нет. То есть перелопатил, переискал, там сам что-то додумался. А вот в этих курсах, да, здесь есть четкие указания, что нужно делать, поэтому это очень хорошо. Это экономит время в первую очередь. Угу. Так, вот Наталья, вопрос как раз. Я слышала, что рекламировать нельзя упоминать название компании. Как рекламировать? Ну, смотрите, Наталья. У нас есть правила, и вот, кстати, на этих блогах мы не зря поставили отдельную страничку с этими правилами. Так вот, там четко сказано, что запрещено использовать, ну, не то, что название там Genesis, потому что, ну, Genesis это не только название компании, есть и автомобиль Genesis, даже так вот просто. Может, мы о автомобилях сейчас с вами общаемся. А вопрос в другом. Как правильно вы будете писать эти слова, то есть там запрещено на английском. Запрещено использовать какие-то там на английском логотипы, да, то есть без разрешения компании. То есть ставить какую-то атрибутику компании без ее разрешения. То есть вы можете использовать официальные слайды, которые были сделаны, примеры, да, но опять же желательно это спросить у лидеров, да, то есть разрешение можно, нельзя. Запрещено просто прикреплять там этот, допустим, логотип компании к чему-то, да, к своей картинке, там, к своему тексту там. А написать слово Genesis, пожалуйста, на русском языке, можете на украинском, можете на китайском написать. Я не думаю, что это запрещено. А вот на английском, да, то есть запрещено GGN, там, Genesis Global Network, там, Genesis просто там. Особенно в названиях сайта запрещено использовать. Если вы на ролики там, допустим, на YouTube, запрещено в тегах использовать. А почему это сделано? Ну, я могу, конечно, рассказать там некоторые свои там, ну, как бы домыслы, да, из-за чего это может быть. Один из домыслов это такое, что, опять же, компания должна развиваться. Чем быстрее она будет развиваться, то есть она как бы свой ресурс, да, должна развивать именно. Поэтому, если мы начнем как бы свои ресурсы продвигать, то есть тот же самый блог, мы можем обогнать компанию по трафику. Я вам честно говорю, и это не просто так я говорю, я так просто, как говорится, я говорю из того, что я знаю, я видел кое-что, там вот информация такая была об одной компании, когда, не будем так говорить, один американский такой там сетевик крупный, вот он проводил вебинар, кстати, вебинар тоже платный там был, ну, посчастливилось мне на него попасть немного, я немножко послушал, так вот он рассказывал фишки, как можно обойти вот это все, представляете, да, ну, какой компании это интересно, когда, извините, ваш ресурс с названием Genesis, там, да, Genesis, там, Blogspot, к примеру, там, или еще что-нибудь, будет в разы, ну, как бы, то есть, там, на топах будет везде. Конечно, это неправильно, потому что компания должна развиваться, и это все понятно. Компания, как бы, в первую очередь это заботит. Ну, и плюс есть другие факторы, то есть, опять же, понимаете, просто к названию могут привязать все что угодно. Вот когда вы будете использовать название Genesis с английскими буквами или там какие-то вот эти логотипы, вы можете написать, допустим, неправильную информацию. То есть вы можете написать, что это там инвест-проект или там что-то вложи, получи, там, понимаете, то есть это тоже, то есть может повлечь какие-то там, кто-то где-то в интернете прочитает, найдет, там все это передаст, дойдет до каких-то органов, и в итоге получится что? Что компания скажет, а вот что это у вас компания нарушает какие-то там законы, да, или еще что-то. То есть поэтому здесь все правильно компания делает, это ее право, это она это все создает, то есть она имеет право требовать вот такие вот нюансы. Она также сама запрещает использовать слова, связанные с какими-то там при, ну, инвест там, да, то есть проценты, там еще что-то такое, там, ну, то есть все, что связано с инвестированием там и получением прибыли, допустим, без работы. То есть там особенно по монетам, да, то есть такой вот. Поэтому мы будем тоже об этом говорить, напоминать периодически эту информацию. Так что не переживайте, вы тоже должны ее передавать.
запрещено использовать спам. Значит, что такое спам? Это нежелательное, да, то есть частое, допустим, размещение или там отправка там какой-то информации, да. То есть как на практике это можно определить, спам или не спам? Ну, вот, допустим, у каждого есть email адрес. И каждому, я думаю, сотнями приходят каждый день письма. Так вот, когда вам приходит одно и то же, вы начинаете злиться. Да? То есть, когда вам посылают, допустим, купите там этот автомобиль, вы говорите, не хочу. Вам опять через 5 минут, купите этот автомобиль, вы не хочу. И так, купите этот автомобиль, и вы уже нервничаете, да, поэтому это называется спам, когда вам без вашего желания присылают что-то, навязывают что-то, вы можете пожаловаться, и поэтому это очень тоже плохо. Компания сразу написала, это не то, что вот как бы плохо с точки зрения спама и размещения информации. Это плохо с точки зрения, что пожалуются, да, на органы и где-то что-то заблокируют. Вот это плохо. Вот почему. До чего спам может довести. То есть как бы казалось бы, да. Поэтому мы будем тоже специализированно проводить обучение, то есть какие-то методы правильные, да, то есть, чтобы это не считалось спамом, чтобы, ну, будем так говорить, не напрягать, да, в кавычках, спокойствие людей, там, будем использовать такие вот методы, ну, допустим, разрешенные, и которыми пользуются, в принципе, нормально в интернет-практике все и все, ну, как бы нормально, да, то есть, что не считается спамом. Да, программы вот эти различные, автоматические, опять же, если они есть, и кто-то ими пользуется, то я просто рекомендую, ну, реже давать информацию. Реже — это значит как? Один раз в день, да, к примеру, или раз в два дня. Почему? Ну, опять же, чтобы не было никаких там жалоб, каких-то там намеков. То есть будем делать все как бы так, по старинке, да, то есть по стандарту. И там, ну, конечно же, будем и употреблять эти все инструменты, но просто не будем превышать лимиты вот эти вот, которые могут привести к каким-нибудь плохим действиям. Конечно же, мы будем координировать действия наши из компании, будем узнавать у лидеров какие-то, может быть, еще требования. Опять же, могу сказать, что блог, который вот мы сделали, да, вот как бы, ну, он как бы, я его показывал нашему топ-лидеру. То есть не просто так я его сделал и что я сказал, вот все это правильно, все нормально. Нет. Возможно, я буду это делать раз в месяц, да, то есть какую-то корректировку проводить. А почему? А потому что, чтобы все у нас было хорошо. Корректировка, возможно, что-то поменяется, будет информация, будет какое-то видео, что нужно заменить, допустим, инструкция. И вы научитесь и блоги делать сами, и менять все, и редактировать. То есть, ну, будет весело, будем так выражаться. То есть, будет веселая у нас работа, и денежная, и информационная, и техническая сразу. Так что все нормально, все можно рекламировать, Наталья. Просто делайте это все в рамках таких вот, да, вот нормальных. Просто не делайте то, что запрещено. Вот так вот. Так, Лариса спрашивает, да, мы уже говорили про взрослых детей, что с 18 лет, пожалуйста. Так, Сергей, в 3 раза большую структуру и плюс, конечно, увеличить бюджет, отличной работы. Да, спасибо, Сергей. Будем именно этим и заниматься. Так, Игорь, Владимир, старт откладывается примерно до завтра. Возможно, Игорь, возможно. Возможно. Если сайт. То есть, понимаете. Что происходит технически? Вот, может, кто-то не понимает, я вам просто объясню с технической точки зрения. Вот, да, есть проблема с сервером, да, вот немножко, ну, то есть он, ну, будем так говорить, не подготовили они его к этому маркетингу. Конечно же, они, наверное, они знали, что будет много людей, но, может быть, просто не ожидали, что действительно их будет много. Ну, это всегда так, да. То есть, возможно, они даже уже и меняют сервер, может быть, распределяют базу. Потому что иногда отключается так, что видно, что вообще отключен от сервера сайт. Все может быть. Может быть, сразу уже все делают и оборудование добавляют. Ну, это тоже хорошо. Поэтому плохо только то, что, конечно же, создался ажиотаж такой, да, то есть все хотят, это хорошо, но желание у людей, конечно, оно не безмерное, да, то есть оно может иметь свойство утухать. Но я думаю, что кто маркетинг хоть раз прочитал или пообщался с спонсором своим, я думаю, что его желание не пропадет. Подождем и день, и два, если надо будет. А потом просто наверстаем это активной работой.
что будет очень потом хорошо, когда вы будете просто смотреть свой баланс, и он будет так быстро увеличиваться. У вас будет очень хорошее настроение от этого. Так, Павел, так, Владимир, есть расписание школы? Нет, пока расписания нет, Павел, просто из-за того, что мы должны скоординировать свои действия с работой компании, да, потому что компания, видите, сейчас еще немножко не работает, да, то есть какие-то там настройки идут, там все это отлаживается. И цель номер один, вот как я говорил, что нам сейчас надо начать. Вот самое главное начать. Как только сайт начнет работать, у нас возникнет очень много вот этих вот технических моментов, да, то есть нам надо закрутить это колесо. Поэтому не может быть сейчас просто вот этих вот графиков, потому что больше времени мы сейчас будем тратить в личном общении, каждый, да, вот со спонсором или командой, ну, то есть будем помогать зайти в бизнес, объяснить и вперед. Все, дадим направление, дадим все инструменты, все, человек начнет работать. Вот это наша задача, начать дать ход этому действию, ну, действию, да, вот этому. А дальше мы уже, когда немножко разгрузимся, я думаю, что вот это после как стартанет, все начнет работать, думаю, недельку мы так поработаем в таком режиме. А потом, да, мы сделаем четко вот график, когда у нас что будет проходить. Мы его обязательно и в чатах будет, и может быть, я не знаю, посмотрим. Может быть, вот эту заготовку, которую я делал на блог, может мы с нее сделаем, ну что-то, я не знаю, может быть, какое-то там... Может, просто я сделаю отдельный какой-нибудь блог, там будет просто информационный какой-то, да? То есть, что у нас в команде там дополнительного добавилось, что убралось. Может быть, там какие там презентации, там что-то такое. То есть, вот так вот сделаем. Ну, пока мы будем работать в таком режиме, то есть, будем выбирать время. Как-то проводить, знаете, несколько дней раз проведем, да, что-нибудь пообщаемся. И поэтому, просто сегодня цель такая была, чтобы поднять вам настроение немножко. Немножко так вот, как бы, ну, я думаю, вы и так смотивированы, куда еще больше. Все тут, я не думаю, что все тут новички, все тут уже с определенными навыками работы, да, здесь в компании, в сетевом бизнесе. Все прекрасно понимают, что первые дни самые-самые такие, что даже я бы сказал, я скажу вам честно, месяц, может быть, два максимум. То есть вообще надо бурная работа будет. Потому что знаете, как будут людей сейчас расхватывать? Вы просто не представляете. Вы просто не представляете, какие. То есть все методы будут использованы максимально. И поэтому наша задача будет просто работать, приглашать. Поэтому я же говорю, не делайте ставку на выполнение задания. Вот это вы и так будете делать. Будут все инструкции. Первое, второе, третье, четвертое, что надо сделать, все. Мы не будем на этом пока заострять внимание, если, конечно же, там не соберется там группа людей, которые там, ну, просто не понимают, как это делать. Тогда да, будем, конечно, может быть, проведем какую-то там встречу, покажем все это. Но вообще все есть видеоинструкция. Видеоинструкция для этого и создана, чтобы партнер мог самостоятельно посмотреть и сделать. То есть, конечно же, никто его не обязывает прям там так делать. Можно, конечно, к спонсору обратиться, или там кто свободный, там, да, из партнеров поможет, подскажет. Но все равно, надо ориентироваться на то, что инструкции до конца смотреть, до последней секунды, а не наполовине останавливаться и потом кричать, что ничего не получается. Вот цель какая, потому что надо поработать очень продуктивно с командой, все это... Вы не переживайте, ваша задача, инструменты вы все получите, инструкции, ваша задача будет просто работать, строить сеть. Максимально облегчим вам, сделаем как бы комфортным, да, приглашение. А, конечно же, расписание, все это мы сделаем. Так, Наталья, а куда делись мои монетки сентябрьские из кабинета? Вот, Наталья, я же вам говорю, скорее всего, работают с сервером, поэтому, может быть, даже добавляют сервер. А когда добавляют новый сервер и базу данных, да, вот, знаете, как переносят, значит, базу данных, какая база данных может быть? Партнерская, да, то есть партнеры. И, конечно же, финансовая. А может быть, даже их там и несколько баз данных. Поэтому прикрутят, все это сейчас наладят. Главное, чтобы сайт работал, а то он вообще не работает. Пожалуйста, Павел. Надеюсь, что мне просто добавляют эти монетки. Да, может быть, идет перерасчет, Наталья. Совершенно верно. Потому что так как мы давно уже зарегистрированы, нам обещали 25% за наши в
терпение, да? Поэтому я думаю, все будет хорошо. Нужно будет подождать немножко, все это начислится, добавится, все будет хорошо. Ну что, есть еще вопросы? Если вопроса нет, мы практически вот в часик уложились. Давайте еще 2 минутки. Если есть вопросы, задавайте, и тогда мы будем заканчивать на сегодня. Запись обязательно будет у нас в чатах. У нас есть свой канал YouTube. Мы его сейчас приведем в порядок, подобавляем туда все видеоролики, все там технические вот эти вот инструкции. Дадим ссылочку тоже, то есть вы можете, будете пользоваться им. Там будут и записи вот эти вот, все там будет. Так, Наталья, скорее бы зарегистрировалась, чтобы была ссылка из семейного дежурства компа. Понятно, хорошо, Наталья. Да, там будет, будет, надо просто потерпеть немножко. Терпеть, конечно, не хочется, да, то есть я согласен с вами. Хочется работать, тем более с такими возможностями очень хочется. Так, они забыли к процентам нолик дописать, было бы замечательно. Да, Светлана, сейчас можно регистрироваться ли сегодня техработы? Светлана, ну если сайт хорошо работает, вот, просто вы зайдите. Если нормально все открывается, не подвисает, то можно. Если подвисает, лучше не надо. Потому что вот партнер регистрировал другого партнера, и, к сожалению, получилось так, что как бы регистрация прошла, а вот письмо на регистрацию кошелька не пришло. Понимаете, да, что немножко неприятно, и как потом с этим бороться, это лишняя проблемка для нас. Так, можно сейчас повесился, понятно. Ну, будем ждем, подождем, давайте лучше подождем. Пожалуйста, Светлана, пожалуйста. Ну все, тогда будем заканчивать. Уже часик прошел у нас. Спасибо, что вы сегодня пришли. Будем работать. Я думаю, что у вас хорошее настроение. И сейчас оно еще улучшилось. Так что я с вами не совсем прощаюсь, потому что мы всегда с вами на связи. Но говорю просто до свидания. Все, и до новых встреч.